За первый квартал 2016 года в Пинске зарегистрировано 87 краж различных форм собственности. 50 из них раскрыто. В 2015 году за аналогичный период времени было совершено 88 краж, что на одну кражу больше. Снижение составило немногим более 1%. Предметом преступного посягательства чаще всего являлись велосипеды, находящиеся в подъездах домов. Наибольшее количество краж совершено это из автотранспорта, таких 14 краж, из жилищ граждан. 23 кражи. Причем, что касаемо краж из жилищ, то 16 краж совершено путем свободного доступа. Значит, что касаемо предметов преступного посягательства, это у нас проблемный вопрос, это кражи велосипедов. Таких краж совершено 19. В настоящее время наблюдается снижение велосипедных краж. Одной из причин этому стало задержание серийных похитителей. Благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска в марте этого года были задержаны граждане, совершившие серию краж велосипедов. Оба жители Пинска, ранее судимые неоднократно. Значительная часть похищенного имущества возвращена потерпевшим. Были задержаны два гражданина, которые в последующем были установлены и причастность их к хищению 15 велосипедов. Вот, в настоящее время дополнительно проводится проверка, устанавливаются факты. В Пинском ГУВД напоминают о необходимости защищать свой двухколесный транспорт и другое имущество, которое может стать легкой добычей для злоумышленников, особенно в теплое время года. Статистика краж в Пинске свидетельствует о том, что количество преступлений растет с приходом тепла. Граждане часто выезжают за город, на дачу, оставляя свое имущество в легкой доступности для воров. Сейчас теплое время наступает, многие выезжать будут на дачи, на отдых куда-то. То есть оставляя свое жилье без присмотра, тоже пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание, по возможности, конечно, оборудование, сигнализация, именно охранная сигнализация жилых помещений.